Не теория из учебников, а собственный опыт. Как провести перезагрузку бизнеса, руководителем Алтайского края расскажет Олег Брагинский. Основатель школы траблшутеров через две недели приедет в Барнаул. Это не первый визит Олега в столицу Алтайского края. Уже несколько лет назад он проводил здесь тренинги. Мастер-класс направлен на три категории слушателей. Опытные бизнесмены, молодые предприниматели и выпускники. Речь не пойдет о нехватке средств в компаниях, о истечении сроков и отсутствии экспертов. Олег Брагинский расскажет о том, как выстроить стратегию развития, что такое силовые переговоры и как заполучить нужные контакты. Ведь задача траблшутера – вникнуть в проблему и предложить ее низкозатратное решение. Мастер-класс пройдет 14 октября по адресу Ленина, 66. Я ожидаю, что Барнаул будет похож на Тюмень, на Челябинск, на Кемерово. Это такие серьезные люди, у которых не очень много эмоций, но они все понимают, все слышат и делают короткие записи.